Привет всем, вы на канале Топ Армии. CNN получила в свое распоряжение фотографии, иллюстрирующие готовности Москвы к возобновлению испытаний своей ядерной крылатой ракеты на стартовом полигоне близ Полярного круга. Так полагают проанализировавшие изображения эксперты. На сделанных со спутника Planet Labs в сентябре снимках заметен высокий уровень активности на полигоне Панкова. Россия раньше проводила там испытания крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». Информация о подготовке Российской Федерации к возобновлению испытаний появляется в то время, когда Белый дом и Кремль работают над пролонгацией нового договора СНВ, важного соглашения по контролю над вооружениями, срок действия которого заканчивается в ближайшие месяцы. Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил в пятницу в своем твиттер-аккаунте о тупике переговоров процесса между Вашингтоном и Москвой. Но во вторник представители внешнеполитического ведомства Российской Федерации отметили готовность пойти на замораживание своих ядерных арсеналов для продления договора СНВ, если Соединенные Штаты не выдвинут дополнительных требований. Представитель Госдепартамента приветствовал это заявление, подчеркнув стремление Вашингтона к контактам для согласования договора. Хотя Москва ранее заявляла о том, что ее крылатые ракеты с ядерной установкой не попадают под действие нового соглашения о наступательных вооружениях, отказ от продления СНВ может усилить гонку вооружений между двумя ядерными державами. Такое мнение высказал аналитик Института Миддлбри Джеффри Льюис. Разрабатывая крылатые ракеты с ядерными двигателями, Кремль может обойти статьи нового СНВ и достичь межконтинентальной дальности своего ракетного вооружения. И это будет угрожать национальной безопасности США, полагает эксперт по распространению ядерного оружия, доцент Массачусетского технологического института Випен Нарган. А на этом все. Вы были на канале Топ Армия. Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока.